Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня героем нашего обзора будет комбо-видеорегистратор Playme Arten сезона 2018 года с поддержкой Super HD записи и новым типом патч-антенны. Этот видеорегистратор уже доступен в российских магазинах, список предложений представим по ссылке в описании к этому видео. Его комплект включает зарядное устройство, прикуриватель, USB кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Выполнен Playme Arten в компактном и стильном корпусе. Визуально определить в нем наличие начинки активного радар-детектора не представляется возможным. Но если приглядеться, можно обратить внимание, что центральная часть лицевой стороны видеорегистратора выполнена из полупрозрачного темного пластика. За ней скрывается патч-антенна и лазерный приемник. Они не выступают за пределы корпуса, в верхней зоне блок GPS-антенны. Правее объектив с хромированной окантовкой, собранный из группы стеклянных линз. Изображение вводится на 3-дюймовый активно-матричный жидкокристаллический дисплей. Он занимает практически всю площадь, предоставляя высокий уровень информативности. В режиме видеорегистратора поддерживается два типа оформления с выводом картинки с камеры и без нее. Второй вариант хорошо показал себя в ночное время, не отвлекая от дороги при движении по неосвещенным участкам. Важно отметить, что небольшая толщина корпуса позволяет разместить Playme Arten в верхней зоне лобового стекла, спрятав, как пример, за салонным зеркалом. Так он не будет отнимать полезные площади обзора и привлекать внимание со стороны улицы. Даже при таком расположении информативность страдать не будет. Все важные уведомления и оповещения произносятся внятным женским голосом. Предлагаем оценить несколько таких уведомлений. Управление осуществляется при помощи группы 7 кнопок, расположенных на нижней рамке экрана. На центральный блок и каждой из них нанесена маркировка, упрощающая поиск нужной кнопки. На правой грани порт питания 12 вольт, слот для карты памяти поддерживается емкие накопители, ниже меню USB для перепрошивки и обновления базы, а также скрытая кнопка перезагрузки. В комплекте с комбо-видеорегистратором идет зарядное устройство со встроенной розеткой. Фиксируется на стекле Playme Arten с помощью крепления с вакуумной присоской. Есть возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси. Сборка не вызывает нареканий. Видеорегистратор производит впечатление премиального продукта. Для входа в настройки требуется длительное зажатие кнопки меню. Внутреннее меню для удобства навигации и упрощения поиска нужной опции разделено на категории, в зависимости от части которой затрагивается при настройках. Так можно детально изменить работу активного радар-детектора и выводимых уведомлений, выбрать три варианта разрешения съемки, задать длительность роликов, активировать дополнительные функции и датчики. В частности, в настройках доступна опция помощи водителю, суть которой заключается в определении расстояния до впереди идущего автомобиля и выводу уведомлений при сокращении дистанции до критичных данных. Playme Arten за время длительных тестов продемонстрировал эффективное детектирование переносных комплексов сезона 2017-2018, включая и новые маломощные комплексы. Точность и дальность детектирования позволяет водителю принять решение о необходимости снижения скорости движения для исключения риска получения штрафов. Так, дальность детектирования комплекса Cardon M составляет 800 метров, стрелка 1200 метров. Ложные срабатывания в условиях мегаполиса присутствовали в ограниченном количестве. Как итог, радарная часть показала себя в этой модели с положительной стороны, как в условиях эксплуатации в городе, так и при дальних поездках по трассе. Радарная часть в этой модели дополнена информатором по стационарно расположенным точкам. Выводятся подробные данные по дальности размещения разрешенной скорости на участке. База данных – одна из самых полных среди представленных в России устройств. Обновления выходят регулярно. GPS-модуль скорость определяет точно. На холодный старт уходит минимальное время. Данные по скорости также можно использовать для корректировки вывода звуковых уведомлений, выставив необходимый порог. Данная модель поддерживает съемку видео в разрешении Super HD. Playme Arten демонстрирует высокую резкость и четкость картинки в дневное и в ночное время. Запись происходящей на дороге ведется бесшовно. Напомню, что по ссылке находится текст и обзор. Там можно посмотреть запись в Super HD и Full HD записи. В данном обзоре мы приводим только Full HD из-за особенностей монтирования. Дополнительно картинки фиксируются скорость движения и маршрут движения. Для просмотра этих данных потребуется загрузка плеера с фирменного сайта, но просто просмотреть можно с любым софтом. В деталях фиксируются номерные знаки, разметка, дорожные знаки, пешеходы и участники движения.
Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе в суде. Как итог, Playme Arton – один из лучших комбо-видеорегистраторов среди доступных на конец весны 2016 года. Мы с удовольствием обсудим данную модель с вами, ребят. Всех с наступающим праздником и пока-пока.